Дело подозреваемого в убийстве Руслана Маржанова передано в суд. 17-летнему Алиназирову инкриминируются две статьи Уголовного кодекса. Следствием установлено, что в июле прошлого года в Пугачеве молодой человек вместе со своими братьями устроил драку у кафе «Золотая бочка», в результате чего пострадавший получил смертельные ранения. Позже эта трагедия вызвала ряд волнений местных жителей Пугачева. Теперь судьбу подозреваемого в убийстве Руслана Маржанова решит суд района.